7 минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. Качество ремонтируемых дорог на контроле у мэра. Глава администрации местного самоуправления Борис Албегов проинспектировал ход работ по укладке асфальтного полотна на нескольких столичных магистралях. Вместе с владикавказским руководителем по новому асфальту проехала и наша съемочная группа. Кристина Береева подробнее. Улица Пожарского. Протяженность этой дороги более 2 километров. Вот уже несколько дней здесь, на участке от Черменского округа в сторону селения Камбелеевска, ведутся работы по полной замене полотна. Профессионалы признаются, участок непростой, дорогу пересекают железнодорожные пути. По этой причине кладут особенно щепетильно. Сюда, дабы самому убедиться в качестве ведущихся работ, прибыл глава администрации местного самоуправления Владикавказа Борис Албегов. Вместе с заместителем Тамерланом Фарниевым, префектом Магометом Дударовым, начальником управления транспорта и дорожного строительства Борисом Дзетоевым, директором дорожного фонда Тимуром Дзуцевым. Мы в октябре месяце заканчиваем сезон строительства дорог. План, который мы себе наметили, он полностью выполнен. Это вот последние дороги завершаем, мы строительство дорог. Это до границы между двумя муниципальными образованиями, Пригородный район и Владикавказ. Сейчас мы еще проинспектируем дороги улицы Гукаева, Московская. Мы планируем завершить их в течение 10 дней. Улицу Гвардейскую, она останется на последнюю очередь из-за того, что там ведутся работы, укладываем водопровод. И после завершения этих работ мы приступим к укладке асфальта и закончим этот сезон. Зимой мы будем по городу поднимать все канализационные люки, чтобы автомобилисты не проваливались, ездя по асфальту. Будем поднимать ливневые канализации, готовиться к следующему сезону. И в следующем году, спасибо руководству Битару Вячеславу Михайловичу, которые дали поручение увеличить дорожный фонд, парламенту спасибо. Приняли они эту поправку на увеличение дорожного фонда. И в следующем году мы, наверное, еще большую сумму будем осваивать. И планируем, если все пойдет по плану, завершить до следующей осени все основные ремонтные работы по всем дорогам. Также строительство новых дорог. На сегодняшний день ремонтные работы ведутся сразу на нескольких улицах столицы республики, среди которых Московская, Гукаева, Пожарского. Особое внимание глава администрации местного самоуправления уделил улице Гвардейской. Здесь, помимо изношенного асфальтового полотна, замены требуют и водопроводные трубы. На сегодняшний день уже отремонтировано больше 40 дорог. В работе у нас еще около 10 дорог. Я думаю, что до 20 октября мы это все закончим. Все, что было запланировано, все сделано. Финансирование идет в этот кризис. И Борис Харитонович, и глава республики Вячеслав Зинханович Битаров изыскивают средства и расплачиваются с подрядчиками. Но самый главный вопрос у нас – качество. Если есть качество, значит оплаты ведутся. Технология такая, что вот, кладется 2 слоя, если идет большой груз. То есть большие машины, длинномеры, тогда кладется 2 слоя, чтобы дорога все это выдерживала. Когда так делалось, просто в целях экономии, когда вот не хватает средств, как-то закладывают 1 слой. Ну, на сегодняшний день руководство пришло к тому, что сделать лучше качественно и лет 5-7 забыть про эти дороги. В следующем году предполагается большее выделение, так что будем работать. Сделаем еще больше объем. Рады стараться. Борис Албегов поручил профильному управлению отремонтировать дорогу к храму Иоанна Воина на мемориале Славы. Сейчас подготавливается необходимая документация, после чего бригады дорожных служб приступят к укладке асфальта на территории, прилегающей к храму. Накануне в администрации местного самоуправления столицы республики состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Председательствовал на мероприятии заместитель главы города Майран Тамаев. На повестке дня активизация работы по пропаганде знаний населением правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, использованию отопительных приборов и устройств. Комитету ЖКХ и энергетики города было дано поручение принять меры по обеспечению безопасности эксплуатации технологического оборудования котельных в осенне-зимний период, а также повысить качество контроля за выполнением программ энергосбережения на подведомственных мероприятиях. Также решено было установить порядок взаимодействия дежурных диспетчерских служб с ЕДДС по городу Владикавказ по оповещению служб экстренного реагирования населения и добровольных пожарных формирований.
В рамках проекта «Музыка без границ» медиагруппа «Ярче» представила научно-популярный фильм «Музыка, затерянная в веках» режиссера Артура Албегова. Фильм рассказывает о сакральном значении осетинских музыкальных инструментов. По признанию организаторов, на подготовку фильма ушло около года. Автор сценария Дзараса Длиева подчеркнула, что в задачи фильма входило не просто познакомить зрителей с осетинской музыкальной культурой, но и показать ее истоки, напомнить о необходимости ее сохранения. Руководителем проекта выступила Аделина Кайтукова. Фильм снят на средства гранта президента Российской Федерации по поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Перед показом фильма ансамбль народных инструментов «Кона» исполнил несколько музыкальных произведений. Потому что мы убираем. Давайте уберем весь город. Все вместе. Я за чистый Владикавказ! Наши 7 минут истекли. Смотрите нас завтра в 7:07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей!